Глава Офиса президента Украины провел вчера встречу с послами стран Большой Семерки. Андрей Ермак проинформировал руководителей дипмиссии о результатах визита президента Владимира Зеленского на передовые позиции на фронте. Во время встречи Андрей Ермак призвал послов стран Большой Семерки посодействовать в вопросе передачи Украине необходимого вооружения, чтобы сдерживать агрессию российских войск. Оружия критично не хватает. В ваших столицах есть исчерпывающий список того, что нужно. Мы его обновляем каждый день, присылаем. Но еще раз, оружие – оружие. Я знаю, что мы постоянно об этом говорим, но очень важно, чтобы мы продолжали работать над этим. Если оружие будет очень быстро, мы точно победим.